я, как всегда, пунктуально. На башке не пойми чё. Вот куда я пойду. Я так устала. Я снимаю, хожу, замерзла уже. Скоро в Инстаграме будут фоточки ночного города. Черно-белое скоро закончится. Чем я занимаюсь? Конечно же, собираюсь. Встала я очень рано. Собираюсь на фестиваль, фото. Как-то так, в общем. У нас в Воронеже решили провести данный фестиваль. Девчонка, в общем, мне прислала ссылку, где можно получить билеты. Получила их благополучно. И сейчас быстро выдвигаюсь, потому что я опять девушка пунктуальность. Вчера я очень перемерзла на улице. Не знаю, видели вы кадры какие-нибудь с прошлого вечера или нет, но я решила поснимать ночной город. Хочу сделать видео на канал, какое-нибудь такое более-менее прикольное. И, короче, я пока гуляла там, продрогла. Вроде бы и не холодно было, но в то же время и продрогла. Ну, в общем, как-то так. Вчера и сегодня целый день чихала, поэтому, в общем, надеюсь, сегодня я эту ошибку повторять не буду. И, в общем-то, гоу! На уличке сегодня хорошо, светит солнышко, но все равно прохладненько, конечно, терпимо. Я, в принципе, только вышла. Вчера я провела, я не знаю, часов 5, может, даже больше на улице, поэтому продрогла вся. Короче, сходила я на лекции. Мне понравилось. Но мне понравилась сама атмосфера, да, что как-то так организовали и бесплатно в то же время. Как-то, ну, прикольная идея. Но сами организационные моменты не все до конца продуманы. Но это как и много где. В принципе, это можно опустить. Но в основном никто конкретики никакой не говорит, как нужно делать это, как нужно делать то. Допустим, как фотографу работать с моделью. Кучу вопросов задавали, но никто конкретно на них не ответил, что я там делаю то-то, я вот делаю вот так. Все льют воду, абсолютно все. Никто не говорит правду, потому что никто не хочет открывать своих секретов. Какие-то образные моменты можно прочитать и в интернете, в принципе. Пока есть немножко времени, я приехала домой, чтобы перекусить и немножко отдохнуть, потому что мы там замотались, капец просто. Самое крутое из мероприятия – это то, что дают объективы на фотоаппараты, которые у вас есть, которые вы можете взять, попробовать, потестировать. Допустим, объективы, которые вы никогда не видели в глаза, для вас это что-то новое, вы можете взять, протестировать. То же самое вы можете взять фотоаппарат и протестировать. Там, в принципе, реклама, я так понимаю, была Олимпуса. Вот, и можно было взять любой и, соответственно, пофотографировать. И либо, если у вас есть Олимпус, то можно было брать различные объективы, поэтому можно было брать, фоткать, короче. We'll be right back.
9 часов вечера, а я только иду домой с лекцией. Да, нам, кстати, давали вот такой браслет. Он действует 3 дня. Я хочу еще завтра туда сходить, а может быть еще и послезавтра. Короче, что с ним делать, не знаю. В общем, не покупаться, ничего. Я попробую отлепить, конечно, но чувствую, ему придет кобздец. В общем, явно делала кучу видео, кучу съемок. Наделала кучу видео, кучу фото. И заходите в мой инстаграм. Скоро там будет, как я уже говорила, много новых фоток, крутых фоток. Ну, как по мне. Так что давайте, дерзайте, заходите, я вас верю. Холодина капец. Сейчас меня будут дома ругать, что я так поздно. Но искусство требует жертв. Боже, как сегодня холодно. Я не смотрела, сколько градусов, но, блин, такое ощущение, как будто морозец небольшой. Бегу на встречу снова с девчонкой. У нас там пару идей есть. Мы хотели сходить снова на лекции, но вряд ли у нас это выйдет, потому что лекции не очень сегодня интересные. Хотя все бы хотелось послушать по чуть-чуть, но если бы они не лили воду, это было бы намного лучше. Тогда намного больше информации получаешь и намного быстрее. И хотели взять какой-нибудь объектив, но тоже не успеем, скорее всего, они рано уходят. В общем, на свои камеры поснимаем что-нибудь, пофоткаем. Решила накинуть немножко платочек, но как-то не очень вышло. Несусь домой. Там уже парень восстал, где я лазил. А я все снимаю. Чуть не матюкнулась. Долбанный оператор. А в общем, я хотела сказать. Ужас. Мне кажется, мороз на улице. Take me back to the night.